Тренер, хотя как первый на замену тренер в Ювентус, но Нуччи, третий Джорджо Кьеллини, 22-й Квадво Асса. Гости Лацио. Ворота. Матч начался. Ювентус сразу же овладел мячом и продолжает его держать. А сам же подача. Буффон поймал мяч. 28 января Буффону исполнится 39 лет. Там мы говорим об этих футбольных... Я даже не могу сказать, как не просто мастеров, да? Ох, какой удар, гол! Минута, и счет становится 1-0. Смотрите. Великолепно. Это пятый мяч Дибала в этом чемпионате. Ну как же технично, да? Вниз. Уоллес, бразилец, центральный защитник, 22 года. А это гол. Левую ногу и делал передачу. Вот здесь как раз подтвердился тезис Марадоны. Манджукич протолкнул мяч. 21-й Роснул сейчас выиграл мяч вверху. Это Сергей Милинкович Савич. Очень интересный футболист. И перевод на правый фланг. Лихштайнер. На половине поля. Так расположились игроки. А вот при прессинге когда-то минута и... Затем Игуаин. До Манджукича мяч не дошел. Вот он сейчас настигает, догоняет. Делает подкат. Шел подкат. Держится за голеностоп. 43-я минута. Марио Манджукич, хорват. И прочих рядом лежащих стран. 30 лет ему рост. Пароло. Вот он, Манджукич. Видели, да, как лег под этот мяч? Он сухой Буффон после первого тайма. Ну все, побежал, все в порядке. И уже ему пас. Манджукич с мячом. Техники не хватило. Квадрадо, Пьянич. Манджукич. Самого. Филипп Джорджович, серб. Матч. Голов не забил, даже голевых передач не сделал. Пароло пробивал. Манджукич. Не пускает Ломбарди к мячу. Хидьера. Обыграл. Пьянич. Манджукич. Сейчас. Но передача была Манджукича. Точно на его. Манджукич. Вы знаете, он нападающий. Но как он играет. Вот сейчас. И он перехватывает мяч. Манджукич. Забивать надо. Нет. Вот это самого, нет, до Ринкона мяч не доходит. Сдевалку. Здорово провели.